Мы сейчас пойдем в кино. А мы сейчас пойдем в кино. На тайную жизнь домашних животных. У нас будет очень большая компашка, шумная, детская. Да, там идут ребята. Домашнее кино. А мультик ты помнишь, как называется? Какая невеста где? Жених. А, жених и невеста мы были, да? Жених. Зачем? А ты уже выбрал? Да. Что ты выбрал? Пиццу. Паста. Ты можешь что будешь? Смотрите, там дерево. Да, выросло дерево большущее. Стараешь, Вера, как бывает? Мам, что это? Много чеснок? Нет, это только лук. Намного. Так, Вера, ты в нас как девушку будешь первая. А я не тебя сохраню. А у меня без лапы. А у меня руками есть. Мама. Что, Арсений? Что это? Это суп гаспачо. Вкусно? А ты гаспачо. Это я гаспачо, а ты кто? А я Мудмалтон. Это кто? Такой человечек. Да. Я всем задаю один и тот же вопрос. Каким это лето было для тебя? Лето? Да. Коротким, солнечным, теплым, морским. Каким это лето было для тебя? Крутым! Голубое! Какое? Голубое! Хорошее! Крутым! И каким это лето было для тебя? Старым.
еще таким местами теплым, местами холодным. Не могу сказать, что беззаботным, а еще немного розовым. Со мной обнимешь, давай всех обнимем. Мам, ты говорила, все, побольше.